Коллеги, на ваших экранах Prodexpo 2022. Мы знакомим вас с интересными событиями здесь и, главное, с интересными производителями. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте представляться, как вас зовут, откуда вы и расскажите про эту красоту. Меня зовут Давид, я из Армении, я представляю компанию SIS Natural. Я директор отдела продаж по новым рынкам, по развитию новым рынкам. Компания производит продукты под брендами Ян и SIS. Ну, естественно, потом суббренды Ян, которые Ян Sparkling и Ян Organic. Вот. Это по производству. Чем отличаются, да, наши продукты? В первую очередь, продукты Ян, они натуральные, да, вся линейка продуктов Ян. Натуральные, без химических добавлений, без ароматизаторов, без сахара и все такое. Уже в рынке, наверное, более 15-20 лет. В Российской Федерации развиваемся. Представлены в многих федеральных сетях, какие Магнит, Самокат, Лента, Мираторг и другие. Есть новые продукты, которые называются Ян Sparkling. Они натуральные соки, но с газом. Ну, называются сокосодержащие газированные напитки. Мы производим их и говорим людям, что покупайте этот продукт, и чтобы не вредить своему здоровью. То есть, если вы хотите газированные соки, то не, вы... Мы все знаем, какие газированные соки обычно пьют люди, но мы можем дать то же самое, но при этом гораздо более полезно. Да, гораздо полезнее, без никаких там добавлений химических, да, детей, да, они могут их дать. Вот, оттуда пришел мысль, и мы начали производить газированные соки, да, под брендом Ян Sparkling, который вот Sparkling обозначает, ну, так, шипучий, да. Вот это тоже мы хотели, не хотели называть продукт как газированный, потому что... что, ну, все мы знаем уже, ну, как газированные соки. И придумали название, да, как шипучий, да, чтобы более смягчить, да, мнение этого продукта. И немножко разграничить те газированные напитки и ваш продукт. Расскажите, пожалуйста, откуда сырье, потому что я вот вижу, что здесь есть гранат, банан, манго. Все ли произрастает в Армении или какое-то сырье все-таки закупаете? Естественно, нет. Продукты, ну, есть виды фруктов, да, фрукты, которые мы берем из Армении, да, такие как гранат, абрикос, персик, яблоко, шиповник. Но есть виды, которые просто в Армении нету, да, какие-то банан, там манго, у нас есть еще и апельсин и несколько там много тропических видов. Мы приносим концентраты манго из Индии. Если взять концентрат манго, да, и мы покупаем самый высший сорт манго, называется сорт Альфонсо. То есть в продуктах Ян мы наливаем только самое лучшее. Взять, если банан, мы привозим его из Коста-Рики, да, и вот так подряд, да, по каждым видам. Замечательно. По факту все очень хорошо. Сейчас максимально натурально. Есть линейка для тех, кто любит газированные напитки, но при этом не хочет вредить своему здоровью. Вы уже представлены в наших федеральных сетях, и получается, по факту, вы просто хотите привлечь к себе еще больше внимания, и надеюсь, наша выставка там даст вам такую возможность, а всем нашим зрителям я пожелаю испробовать это, заботиться о своем здоровье со вкусом. Спасибо вам большое. Вам тоже огромное спасибо.